Поздравлять с наступлением весны, прощать обиды, ходить в гости – это традиции КРСУ. Об этом сегодня вспомнили в областном управлении образования. На работу коллектив пришел в казахской национальной одежде. Угощали друг друга баурсаками и маслом. Айгерим Мукашева продолжит. На работу, как на праздник. Яркие камзолы, золотая вышивка и стразы. Сотрудницы управления образования тщательно подбирали наряды и аксессуары. В коллективе около 40 человек, большинство женщины. Заходят друг к другу в гости, поздравляют с началом весны. Весь коллектив поддержал эту идею. И все, каждый приходил, говорил о чем-то, как будет это делаться. Какой будет стол, кто что, какое блюдо приготовит. Я думаю, что все государственные служащие, да и в целом все, кто работает в буднях, не замечают, что где-то рядом праздник. А именно вот такие мероприятия дают нам настрой на то, что все-таки праздник есть, весна уже рядом. Нарядная одежда от работы не отвлекает, отмечают сотрудницы. Наоборот, с хорошим настроением дела решать намного легче и отчеты составляются быстрее. Вот такие мы тянем. Казахская национальная одежда очень красивая и колоритная. Думаю, мы постепенно идем к тому, чтобы внедрять ее в повседневный наряд. Нам бы этого хотелось. У всего коллектива сегодня отличное настроение, и это прекрасно. Сырха-сало – один из самых важных и волнительных обрядов для казахской невесты. Родители жениха надевают девушке серьги. Это означает их одобрение и благословение на брак. Поздравлять с окончанием зимы, прощать обиды, ходить в гости – это традиции КРСУ первого дня празднования Наурыза. Его в Северном Казахстане отмечают впервые. Эта традиция касалась всех, начиная от детей и заканчивая стариками. Девушки угощали традиционными блюдами. Весной это традиционные блюда, такие как творог, сметана, допустим, первое масло и так далее. Парни, в свою очередь, дарили девушкам зеркальце, либо дарили расческу. Не оставались также без внимания, конечно же, наши бабушки и дедушки. Они, в свою очередь, накрывали широкий дастархан, приглашали родственников. И, конечно же, какой праздник без богатого дастархана? На столе барамышки, масло баурсаки – традиционные угощения весеннего праздника. Айгерим Мукашева, Арслан Тлеужанов, новости МТРК.